Здравствуйте, друзья. Голоса, которые вы слышите, это не наши строители тут по-испански беседуют, а это радио у них работает. Значит, что сейчас происходит? Работают фреймеры. Вот, в частности, давайте я отсюда зайду. В частности, вот они этот фрейм, эту раму, они ставят перегородочки. Вот, например, вот эти, да? Это такие чушечки, и сюда вставляют, распилены, и потом, значит, молоточком там или пневматическим молоточком все это забивается. И вот эти работы сейчас идут. Думали, что сегодня-завтра закончат с укладкой фанеры на потолок, но так у них не очень получается. Наверное, в понедельник у нас будет инспекция, не в пятницу, как мы думали. Тут, кстати, вот вы видите окна вот эти на кипарисы. И вот видите, какая польза происходит от того, что ребята смотрят наши сюжеты. Вот тут один из наших зрителей заметил, что окна что-то небольшие. Я спросил Светлану, а почему не побольше? Вот. И она как бы пошла смотреть по документации. В общем, оказалось, что там шла какая-то дискуссия. И хотели снизу приподнять, вот там снизу. А вместо, кроме того, что снизу приподняли, они еще сверху прям приспустили. Вот то, что вы видите, это 2 фута сверху от потолка. Вот. А должен быть 1 фут. Поэтому мы сейчас с ними поговорим, чтобы нам на 1 фут приподняли окошки, чтобы лучше смотрелись кипарисы. Вот такие переделки, это обычное дело на стройке, поэтому хорошо, что на ранней стадии заметили, менее болезненной будет переделка. Вот, вы видите тоже вот эти все элементы, фреймеры набивают. Потом сверху на это фитрак будет вкладываться. Ну, вы увидите, там еще проводка будет в стенах. Это все у нас впереди. И вот уже на улице почти не осталось материалов. Видите, они тут все задействовали. Нам еще нужна фанера на крышу, так что я, честно говоря, не знаю, будет ли вот эта фанера использоваться или какую-то другую привезут. Но мы с вами узнаем, я все сниму, все покажу.